сейчас или, наверное, она будет раздавать новогодние пожелания. Участники спортивной вечеринки тянут из сапожка записочки, в которых содержится либо мудрость, либо наставление, либо пожелание на Новый год. Для каждого это может явиться действительно наставлением на следующий год, как действовать в следующем году. И вот, похоже, все уже получили желанные наставления. Не все еще могут читать прописной шрифт. Только что девочка подбежала ко мне и спросила, что у нее написано. А у нее было написано. А вот еще. Прочитать тебе, да? Ага. Держи. На вас прольется дождь удачи. В следующем году на тебя целый дождь удачи прольется. Удачи ждет тебя. А в предыдущем случае было так, что если вы не получили желаемого, то иногда это и может быть везением. Может быть, мне что-то? Давайте. Вот наша тигрица. А? А? Идти, да? Уже пора, да? Потом прочну. Ну, а нам пора немножко удаляться за подарками. Ну, как я выгляжу? Мне кажется, неплохо. Пошел я за подарками. Ну, начну с этого мешочка.